друзья, всем привет. 6 марта приперлась в Костко. Надо котам этот песок купить, горшки. Смотрите, какая погода красивая, да? У нас, как говорится, весна полным ходом. Единственное, что ветрено. Вот. Я хочу поснимать цены на компьютеры. Мне надо этот, купить компьютер новый. Потому что ни один компьютер не фурычит. Идемте на шопинг. Заодно посмотрим цены, да? Все, заходим. Так, все, приперлась, я буду снимать эти. Ну, цены, короче, вот буду так выказывать. Кому интересно, я для себя тут уже нафоткала. А вам вот так вот буду снимать. Тут видно, где какая модель, какой экран, тыры-пыры, цена. И вот эта модель. Этот, допустим, вот такой вот ля-ля-ля, тра-ля-ля, стоит вот столько-то, вот столько-то. Вот это вот скидка сегодня. Сегодня, кстати, очень хорошие скидки. Допустим, вот такая модель, тра-ля-ля-ля-ля. Это в Костко. Надо еще в Best Buy поехать, там поснимать. Вот там парни, кому интересно, вот. Так. Вот этот какой-то 999, вот модель такая, вот он на экране. Значит, HP, вон, 999, ля-ля-ля, вот такой вот. Вот этот HP. Угу. Столько-то. Ой. Так. Вот этот вот столько-то. Там, да, можно поставить на паузу и рассмотреть вот более подробно всю информацию. То есть там какой процессор, там сколько весит, там какие Windows, Herindows. А то там пацаны, вот мужчины, кто разбирается, вот смотрите. А я сейчас для себя тоже буду выбирать. Я сначала видео вам поснимаю, а потом уже буду, как говорится, изучать. Это что это такое? Угу. Так, вот этот мини-мини, а цена не очень мини. Так, вот тут 1000 баксов, можно игры играть, я так поняла. Шучу. Этот столько-то стоит. Это вот этот типа, это Microsoft, этот, как его, Surface. Это уже какая модель? Непонятно. Еще вот такой Lenovo. Слушайте, ну хорошие цены, в принципе. Сейчас надо вот как-то определиться. И скидки хорошие. Он, ну, видите, вообще тут он $200 скидка сегодня. На этот вообще он $400. Только тут надо почитать, что тут у нас. Какой процессор там. Тудынь-чудынь. На Windows 11 работает. И вот этот i7. Вон, пожалуйста. Или как там оно называется. Идемте еще что-то поснимаем. Тут вот эти, как они. Как они эти. Короче, поняли. Book cover. Вон, пожалуйста. 219 какой-то. Наверное, вот этот побольше. 500 баксов. Скидка на него побольше. Так, а где какой? Какой? Этот Galaxy S9. То есть вот этот 500, а это 219. Ага. Так, ну тут телевизоры. Телевизоры вам интересны или не интересны? Ну, у меня сегодня цель полазить по этим, по компьютерам. Раз пошла такая пьянка, GoPro Hero 11, 300 баксов. У меня 8, Hero 8, а тут уже 11, видите? Да сейчас каждый день что-то это. Ходит, выходит. Он какая-то. Chromebook. 300 баксов. Мне обычный. Мне там документ какой-то распечатать. Я такой суперспециалист, что мне там не надо. В
компьютерные игрулечки играться. Потому что я супер-хакер. Ну, так вот вроде бы поснимали. Ну, кому интересно эти вот, что тут. Apple Watch сколько стоят. Я так поняла, это в рассрочку или что, столько платить. Сколько наушники он стоит. А вот это, что это такое? Track item. Блин, я вообще-то отстала. Отстала от жизни. Так, вот тут эти. iPad Pro. 1000 баксов. Так. А это столько еще вот... что-то какой-то application, а вон тебе клавиатура. Что-то слишком модное. Мне такое не надо. Тут айпады, айпады, айпады. А тут все айпады. Ага. Вон, мешок земли $8. О, вот что мне надо. Ладно, идем опять к компьютерам. Так, что тут? Тут у нас эти айпады, макбуки. Кому интересно, цены вот такие. Цены вот такие. Цены вот такие. Ну, там потом, кому интересно, вот можете на паузу нажать и просматривать там все. Тут главное, главное цены. Тетя хочет купить что-то. Ну что? Ну все, сейчас буду рассматривать. Мне надо этот... высмотреть какой-то компьютер. Если кто-то понимает, я сегодня не буду покупать. Я еще потом поеду в Best Buy, посмотрю. И этот... сравню цены. Ну, ниже, чем в Костко, ничего нету. И этот... буду ждать советов. Советуйте мне тоже чего-нибудь. Спасибо. Так, сейчас буду снимать вам, почем лобстеры. За полкило. Вот 4 хвоста, $65. 65, ну примерно, да, туда-сюда. Короче, 4 лобстера, $65. А мясо, эти Нью-Йорк стейки у нас по 9,90. Короче, 10 баксов за это. Вот, подорожало. Тут, смотрите, короче, каждый стейк 10 баксов, будем так, плюс-минус. Нормально? Мясо жутко подорожало. Стейк $10, капец. Так, ноги, почем у нас ноги? Короче, 30 баксов за полкило. Вот это вот клешня, $32. Креветки тут такое. Так, кому интересно, кому не интересно. Это что у нас? Сиабрю какая-то. Морская рыба. Так, красная рыба. Всегда вот так вот. Короче, цены не очень радуют. Вот такой вот песок я покупаю. Короче, самое главное, что купила, иначе это. Ездить за одним. Ну и что вы думаете, вот такого нифига толкового не купила. Он, пожалуйста, $150. Купила эти огурцы, помидоры, салат, лимон. Такое вот сало купила. 18.39. Ну, видите, американцы как режут его. На бекон. О, мать его идти. Яйца купила, лук, помидоры, огурцы, салат. 3 рыбки взяла, яблоки. И вот эту лабуду в кофе. Вот 150 баксов. Вот так вот и живем, ребята.